субботу в Самарской области будет ясно и без осадков. Температура воздуха днем 24-27 градусов, ночью 13-16 выше 0. Ветер преимущественно юго-западного направления 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясное небо без осадков, днем плюс 27 градусов, ночью плюс 16. Юго-западный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 25, ночью 16 градусов выше 0. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду. В Самаре ясно, в дневное время плюс 24, ночью 13 градусов выше 0. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 45%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.